Повседневная жизнь города больше века назад. Если бы не фотографии, оставалось бы только догадываться, как это было. В выставочном зале областного координационно-методического центра открылась выставка «Репортаж из прошлого. Иваново-Вознесенск в зеркале фотографии». Авторами репортажа стали преподаватели, студентка гуманитарного факультета химтеха. Героями – горожане, предки современных ивановцев. Рубеж 19-го, последние два десятилетия, когда эта фотография начинает активно входить в повседневную жизнь простых людей. Они просто техническое чудо и изобретение. И, конечно, первые десятилетия предвоенные, ну, 10-15 лет перед Первой мировой войной, перед революцией. Заканчиваем им учредительным собранием, которое уже... выборов, которые проходили в 2017 году. Все фотографии разбиты на тематические группы. Открывают выставку ивановские фабрики Фокина, Зубкова, Куваевская мануфактура. С их появлением меняется не просто облик города, меняется сам человек. Отдельное место отведено торговле. Есть фотография базарного дня. Люди суетятся на Георгиевской площади. Ныне это площадь революции. Торговля идет, жизнь кипит. Сохранился и снимок одного из магазинов внутри. Самые драгоценнейшие сюжеты, которые попали нам в архив не так давно, это фотографии из магазинов. То есть то, как, какая эстетика была оформления товаров и то, какой образ продавца был. Это вот очень самые ценнейшие кадры именно с точки зрения изучения повседневной жизни. Более 200 фотографий на выставке – это экземпляры из частных коллекций и семейных альбомов. Известный ивановский краевед Кирилл Балдин тоже внес свою лепту. У его семьи сохранились фотографии конца 19 века. Предками Кирилла Евгеньевича были мещане и представители духовенства. Здесь изображен мой прадед, прабабушка с многочисленным семейством. Дед стоит в заднем ряду. Есть еще несколько фотографий моего деда Алексея Семеновича Фадякова, который был приказчиком на фабрике Дергнева и, кроме того, был еще функционером и активным участником нескольких общественных организаций в Иваново-Вознесенске, в том числе такого специфического общества, как «Общество трезвости». Выставка будет работать до 20 июня, поэтому у каждого желающего еще есть время посмотреть репортаж из прошлого. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.